хотели бы усыновить покемона? Мэг покажет как. Беру себе гаджеты для киберчемпионата. Надеюсь, здесь завалялось что-то интересное. Не подходит. А это еще откуда? Бесполезный шарик. Приличные геймеры засмеют. Караул, землетрясение! Спасайся, кто может! О-оу! Похоже, девочку ждет по-настоящему крышесносный сюрприз. Думаю, меня слегка укачало. Пика! Пика, пика! Пика, пика! Ой-ой! К нам в гости заглянул Пикачу. Пика, пика! Пика! Бедняжка ищет семью. Папа не разрешит. Пика, пика! Пика! Как же трогательно. Оставайся. Мы станем лучшими друзьями. Пика! Конец. О, кладки. Пика! Пика, пика! Фух, наконец-то прошло. Пика, нямка! Ням-ням-ням! Пика! Ох, и влетит за бардак. Шаги приближаются. Срочно приступаем к уборке. И зачем мне понадобилось столько безделушек? Папа будет вне себя от ярости. Пика, пика! Пика, вжух, вуаля! Пика, пика, пика! Ну, колдуй. Ого, а покемоны знают толк в наведении порядка. Пика! Пика, пика! Отличная работа, Пикачу! Пика, пика! Ничего себе! Поберегу, как зеница ока. Опс! Почему электричество шалит? Какие-то перебои. Батюшки! Батюшки, будь здоров, жуть! Снова притащила к нам животное! Апчхи! Я? Ни в коем случае, папуль! Ты ведь не забыла про список нелегального в этом доме? Апчхи! Все чисто, шеф, больше не хворай! Чуть не попались из-за его аллергии. Ах вы, бесполезные, как гимпы! Но я все равно выкручусь! Вау, ушастик устроил концерт для себя любимого? Пикачу, Пикачу! Странно. Туса в покеболе? Чу-чу-чу! Пика? О, клевая музыка! Пика, пика, пика! Пика, пика? Пика! Пика, туц-туц! Пикачу! Разбушевался. Ух ты! Спасибо за модный девайс, кроха! Продолжим давать жару противникам. Погнали! Время работы над ошибками. Успеется. Сначала поиграю. Дерзкая. С места не сдвинусь до гейм-овера. Немного вздремнуть всегда не помешает. Целый час прошел. До сих пор портишь глаза за компьютером. Сейчас я тебе покажу авторитет. Дочурка напросилась на крайние методы. Да здравствует учеба! Эй, железо, оживи! Я еще толком не выгуляла новые скины. Исправишь, шеф, тогда и поговорим. Несправедливо! Домашка киберспортсменка мне нужна. Дошла до 80 уровня. Пика, пика? Папа тиран отключил питание. Пика, пика, пика. Пика, ты дыш. Пикачу! А-а-а! Ура! Ваша принцесса-воин вошла в чат. Ты гений, Пикачу! Пика-пика! Зацени взрывной приемчик. Физику взяла. Пика-пика! Пика-топ-топ-топ! Пикачу! Нет уж, колледж не место для покемонов, желтенький. Остаешься дома стеречь интернет-соединение от папы. Пика! Полезай в свою квартирку. Вернусь через несколько часов. И не бушуй без меня, чудик. Знаю я твои проделки. Разноцветные хайлайтеры на месте. Прихвачу любимый пенал. Куда же он делся? Ага, все вещички в сборе. Выдвигаемся навстречу знаниям. Пора затмить одногруппников мега-стильным прикидом. Получай, Нил. Я выиграла. Класс, карты с покемонами. Смотрите, кто со мной. Помурчим. И пара аксессуаров для неотразимого мяута. Коленки трясутся, слабачки. Эй, народ, у меня тоже есть собственный покемон. Разве ты можешь себе его позволить? Врунишка Мэгги.
Но я не выдумываю. Не стать мне популярной. Преподай нашей фантазерше урок. Арр! Не уйдешь. Теперь за мной охотится ниндзя-кот. Пика, Пика! Оу! Хей, Пикачу! Быстро с тобой разберусь. Держи наряд. Пика? Только из колыбельки, малыш. Промурлыкать тебе сказку на ночь. Пободаемся. Вот мы и встретились опять. Мой давний желтопузый противник. Ну-ка, немедленно в класс, лентяйки. Сию минуту, сэр. Вызываю тебя на дуэль. Проучусь, Люку. Салага, стройся. Нам нельзя упасть в грязь лицом. Упор лежа принять. И раз, два. Продемонстрируй мне мощь бицепса. Пика, Пика! Измерим силу тока. Пикачу! Этого недостаточно. Старайся. Пика, Пика, Пика! Искусство поединков. Угу. Молодец, дружок. Пятый подход. Главное быть в покемона-тонусе. Пикачу! Пикачу! Фух. Пика, Пика. Не помешает надрессировать тебя в интеллектуальных играх. Твой ход. Разбуди свою внутреннюю кошачью агрессию, Мяут. Оп. Да, грациозно. Мряо! Устрашает? Уи! Обожаю шторы. Почти поймал проказника. Выберем цель. Ты в тупике, шустрый светлячок. Нет. Убери с его мордашки наглую ухмылку. Фас, Мяут, на охоту. От меня не скрыться, любитель молний. Щекастик обезврежен. Поставим неудачников на место. Арр! Пика, Пика. Ам, ам. Пика, Пика. Пика. Пика, Пика, Пика. Приготовлю на ужин что-нибудь изысканное. О, кому-то понадобился. Привет, Роджер. 10-й раз затопил соседей. Пика, Пика. Пика, 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 Пика. Пика, вау! Пика, ням! Пика, Пика! Пик! Пика, Пика! Чу-чу, Пикачу! Пика, Пика, Пикачу! Пика, ням, ням, ням! Пика! Кто бы мог подумать, что покемоны любят джем? Но не наругают ли нашего сладкоежку? Пика, Пика! Пика, Пика, Пика! Пика! Пика, Пика! Пика, Пика! Пика, Пика! О-о! Сколько тебе говорить, не смывай капусту в унитаз. Даже брюссельскую представь себе. Ладно, откачивай воду. Не понял? Где продукты? Стоять! Я тебя рассекречу, воришка! Чхи! Чхи! Странный у Мэг элемент дизайна. Может, шкатулка не открывается? Пчхи! Пика, Пика! Не хватает на нее нервов. Какая-то непробиваемая штуковина. Мастер Фрэнки не сдается. Она что, из вибраниума? Ничего, ничего, мой доверенный инструмент докопается до истины. Увидим, что ты на это скажешь. Колись, инопланетный артефакт. Невероятно. К любому замку есть подход. Воу-воу! Пика! Пика! Пика-пика! Пика-пика! Пика! Пикачу, пика-пика! Пика-пика-пика! Пика-пика! Пика-пика-пика! Пика-пика! Пика-пика! Ох, голова ужасно трещит. Пика-пика! А, покемон! Пика-пика? Папуля явно не отдохнуть прилег, да? Ты что натворил, Пикачу? Посиди пока в своем домике. Пика-пика! Бе! Надо привести папу в чувство. Бедняга, наверное, в шоке. Ау, просыпайся! Прости, я вынуждена использовать средство посильнее. Тропический дождь? О! В доме пришельцы, Мэг! Ты о чем, пап? Чудище из шара! Спокойно. Вообще-то это пауэрбанк. Оно тянуло ко мне свои лапищи! Давай лучше подзаряжу телефон. Хорошо, если ты настаиваешь.
Сейчас сам убедишься, что монстр тебе лишь почудился. У моего девайса турбомощность. Пара секунд и 100%. Ай, горячо! Придется покупать новый. А мне ведь пора исправлять оценку, правда? Именно. Понял. Уже ухожу. Не сегодня, математика. Он не хотел. Вперед, Мяут! У тебя ноль шансов. Перчатки для большего урона оппоненту. Шикарно. Заоблачный уровень заряда. Ау, пика-пика. Да начнется первый раунд. Когти-атака. Пика-пика. Чу! Промахнулся искристый. Пика! Не падай духом, все получится. Я приготовила боеприпасы. Рр. Пуляй учебником. Пика-пика! Одолжу на секунду ваш перекус, фанаты. Бомбардируй котяру. Рр. Ого, ланч. Организаторы постарались. С перчиком, класс. Мой боксер на нуле. Знаю. Этим мы обезвредим Мяута. Кс-кс-кс. Рррр. Молочко. Свеженькое. Мяу. Можно хлебнуть? Попался! Пикачу, мы выиграли! Я в плену. Зато буду наслаждаться своим лакомством. Наглое читерство. Поймаю самого сильного покемона и отберу Мяута назад. Размечталась. Ура! У меня для тебя сюрприз, Пушистик. Пика-нямка, пика-пика. Нужно наладить отношения с новой зверушкой. Привет, мистер Усики. Режим хищника. Очаровательный шарик. Почешешь за ушком? А ты, оказывается, очень воспитанный котик. Папа идет, прячься. Опчхи! Значит, нет у меня галлюцинаций. Аллергия никогда не обманет. Мур-мур. Уверена, ты его полюбишь. Не исключено. Опчхи! Невозможно жить в этом доме. Катастрофа! Только без паники. Порция волшебного спрея. Насморк пропал. Помогает даже покемонам. Пользуйтесь. Спасибо. Ладно, чудо, оставайся. Про тебя ему знать еще рановато, Пикачу. Обнимашки. Пика-пика? О-о! Привет, с вами Пинки Китти. И сегодня я проведу летсплей, о котором вы так давно просили. Кстати, как вам мои новые наушники с Кисси Мисси? Эй, из-за тебя я проиграла, и мне понизили ранг. Не мешай, у меня стрим идет. Ты совсем обнаглела. Так вот чего желают зрители. Ты поступила подло. Это была месть за твой пранк. Я не виновата, что Спайки захотел погулять. Ну и что же случилось на этот раз? Из-за ваших криков я не смог досмотреть свой сериал. Вики порезала мой компьютерный кабель, представляешь? А она натравила на меня своего питомца и влезла в прямой эфир. Хватит. Стоп. Вы обе виноваты, так что извинитесь друг перед другом, иначе заберу компьютеры. Что? Это слишком жестоко. Так уже быть. Вот, мы помирились, видишь? Этого достаточно? Молодцы, так намного лучше. Кстати, у меня для вас есть сюрприз. Я первая гляну. Еще чего? Успокойтесь. Это приглашение на геймерский турнир ДОС. Вам придется помириться, ведь турнир парный. Придется потерпеть, да, сестренка? Только помните, что у вас на подготовку осталось совсем немного времени. Ой, у меня же нет часов. Вон, зато у вас есть. Так что советую не медлить. Что ж, выхода нет. Придется нам объединиться. Все ради турнира. Единорожка, не скачи так быстро. Какой приятный мрачный сон. Снился мне, пока не раздался этот ужасный звук. Не слышит будильник она, а страдать мне. Я больше не собираюсь терпеть нарушения моего покоя. Этому розовому звенящему недоразумению конец. Ой, судя по недовольному ворчанию, Мэг, уже утро. Самое время обновить детали моего образа. Этот пластырь уже не актуален. Вот, теперь я снова в тренде. А эти тапочки такие мягкие, словно я хожу по облачку. Что может быть лучше освежающего душа с утра пораньше? И как я могу пойти купаться без VR-очков и колонки? Вот, теперь я готова. Ла-ла-ла! Да я не только игровой эксперт, но также могу давать в душе концерт. Теперь мне никто не помешает отдыхать. Да она издевается. В любой игре я будто профи, мне не нужен с читами магазин. Могу играть даже в душе, только дайте мне розовый скин. Посмотрим, как она запоет после такого. Приятного купания, сестричка. Это не похоже на мои блестки. Что за гадость? Я теперь вся грязная.
Настала моя очередь. Я лучшая геймерша, вам меня не победить. Вы со мной не согласны. Попробуйте меня переубедить. Почему шланги подключены неправильно? Это 100% дело рук Мэг. Но ничего, справедливость восторжествует. Мне равных нет. Обо мне знает весь интернет. Эй, что-то здесь не так. Она сама вынудила меня пойти на крайние меры. Ради такого не жалко и свой глиттер потратить. Фу, розовый кошмар! Вики! Персонажа создала, можно приступать к постройке дома. Ты понимаешь, что натворила? Я твои блестки буду еще месяц отмывать. Меня же друзья засмеют. Напомнить тебе, кто первый начал? Я лишь вернула шланги на свои места. Ты помешала мне, когда я почти побила рекорд и напевала любимый куплет. Из-за твоего пения я не смогла заснуть. Тогда купи себе беруши. Как же ты мне надоела. Вечно думаешь только о себе и о всяком розовом хламе. Ой, кто бы говорил. Мисс-любительница всего самого мрачного на свете. Жаль, я не живу в отдельной комнате. Аналогично. Так, я слышал недовольные крики. Вы опять поссорились? Вики, что случилось на этот раз? Это Мэг во всем виновата. Она помешала моему ванному концерту. Вики мешала мне спать. Мне пришлось это сделать. Сколько уже можно ругаться? Каждый раз одно и то же. Но папу девочек ждал еще один блестящий сюрприз. Кто из вас мне объяснит, почему весь пол в глиттере? Упс, прости, пап, мы все уберем. Честное слово. Да, Мэг? Ага. Чтобы через час здесь было чисто, иначе никаких соревнований. Вы меня поняли? Да-да, хорошо. Эх, ладно, я был слишком строг. Воу! Папочка, ты цел? А я говорила, что твой глиттер до добра не доведет. Он так смешно упал. Я в порядке, не волнуйтесь. Лучше немедленно приступайте к уборке, пока еще кто-то не пострадал. Ох, моя бедная спина. Ты пока приляг, отдохни. Ну что ж, давай наводить порядок. Выбора все равно нет. Согласна, папу лучше не злить. Что ж, мы неплохо потрудились. Пол теперь сияет от чистоты. Что бы мне надеть на турнир? Мне нужен подходящий образ, чтобы я чувствовала себя увереннее. Может, выбрать эту кепку? Нет, не то. Надо еще подумать. Эй, сестренка, у меня для тебя кое-что есть. Знаю, это не твой стиль, но я хотела что-то подарить в качестве примирения. Брошка? Спасибо. Фи, черная она выглядела бы намного лучше. Хотя, так тоже, в принципе, неплохо выглядит. Что выбрать? Спортивный розовый или гламурный? Я тоже кое-что для тебя подготовила. Вот, ты же любишь всякие аксессуары. Розовые шипы? Мило. Главное, не пораниться. Что ж, может, на руке он будет лучше смотреться? Спасибо. Я рада, что тебе понравилось. Слушай, а давай я помогу тебе подобрать образ для турнира. А ты мне. Правда? Мне как раз нужен был чей-то совет. Мне нравится твоя идея. Ну, что скажешь? Честно? Определенно нет. Твой тоже так себе. А если добавить немного акцента? Это явно не то, что нужно. Я тоже так считаю. Изначально я вообще хотела надеть это. О, а ты красиво выглядишь. Тебе идет это платье. У тебя тоже крутой лук. Отлично, вот мы и решили, в чем пойдем. Теперь я готова побеждать. Самое время для тренировки. Похоже, двум противоположностям все-таки удалось найти общий язык. Образы готовы, сумки собраны, они много тренировались, победа почти у них в кармане. Ого, я что, попал на домашний показ мод? Папа, доставай ключи от машины, мы готовы выезжать. Что? Вы о чем? Куда вы собрались ехать? И зачем вы так нарядились? Сегодня в городе косплей-вечеринка? Ты что, забыл? Сам ведь дал нам приглашение. Да. Мы едем на киберспортивный турнир. Скорее, мы не должны опоздать. Ха-ха-ха, девочки, вы его внимательно читали. Турнир ведь будет проходить онлайн. Что? Ведь я уже подготовила все необходимое для выезда. Эй, не падайте духом. Ведь победители отправятся в Трумленд. Ух ты, тогда мы точно обязаны выиграть. Эй, вы забыли обнять любимого папу на удачу. Ой, прости. Я в вас верю. Так, хватит с меня этих розовых соплей. Мои девочки так быстро повзрослели.